В Центре детского творчества состоялось собрание замещающих родителей. На нем присутствовали опекуны, попечители и приемные родители. На сегодняшний день на территории муниципального образования на учете состоят 211 приемных семей, в которых воспитывается 320 детей. Начальник управления по делам семьи и детей Елена Акулова рассказала об итогах работы за 2012 год и о задачах на 2013. На собрании были освещены проблемы воспитания детей в замещающих семьях, вопросы, связанные с исполнением обязанностей родителей. Также присутствующие могли задать любой волнующий их вопрос специалистам Центра вдохновения и получить советы по воспитанию детей. Пока шло собрание, дети собственными руками делали поздравительные открытки, чтобы в преддверии 23 февраля порадовать своих пап.